Короче, ты знаешь меня, я знаю тебя, мы все здесь собрались только ради того, чтобы я показал вам что-то. Но и это не моя пятая точка, к сожалению, может быть, когда-нибудь. Ну вообще, в принципе, почти часто на стримах, ну ладно. Бесконечность создали. От винта. Опа. Всем привет, ребята! Сегодня я делаю с вами бесконечные статы. Ребята, всем привет! Добрый вечер! Киборг, помноженный на такая вечность. Вот история. Если вы как бы сегодня с нами впервые, то как бы присоединяйтесь, мы делаем супер-мега-дичь и никому об этом не рассказываем. И на самом деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И я покажу и расскажу, но если ты посмотришь красивую рекламку. А еще я к тебе с горячей новостью, чтобы выгодно запастись энергией на все лето. Имба устроила масштабную акцию со скидками до 50%. Это уникальная возможность урвать несколько топовых вкусов на 12 литров по максимальным скидкам. Но отмечу, что сроки проведения ограничены, поэтому советую поторопиться. Напомню, что имба — это крафтовый энергетический напиток с премиум составом, удобным форматом и оригинальным аниме-дизайном, ставшим первым в РФ и СНГ. Имба представляет новый уровень качества в мире энергетических напитков. Содержание натуральных компонентов и ароматизаторов превышает содержание в баночных энергетиках в 5-8 раз. В составе используются только качественные ароматизаторы из Германии и Франции, а вкус приближен к натуральному свежевыжатому соку. Линейка вкусов имбы насчитывает более 30 вкусов, каждый сможет найти свои фавориты. Большая часть выпускается в двух форматах. 18 порций — это 6,3 литра энергетика, и 40 порций — это целых 12 литров напитка. Больше не придется отвлекаться от важных дел для похода в магазин. Лично мои фавориты — это банан пинаколада, бомбическое сочетание сладости, спелых бананов, нежных оттенков кокоса и сочного ананаса. И вкус клубники карамель, в котором идеальное сбалансированное сочетание клубники и карамели. Идеальный вкус для любителей сладких сочетаний. Успей забрать топовые вкусы по максимальным скидкам, пока они не закончились. Переходи по ссылке в описании и заряжайся энергией вместе с имба. Так, есть нагия, есть драконы. Можно сделать страту с бесконечными статами, да? Давайте попробуем. Ладно, попробуем. Какую-то такую историю. Попробуем вначале не получать по лицу, можно быстрее квестик поделать копии и зайти в страту с бесконечными статами. Верьте в возможность этого? Нет. Требуется наличие золотого компаньона Зефира. Его продаем, возврат пункт 4. Такая вот история. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Так, ну что, попробуем сделать, да? Первый пошел. Бран или ракушка менталь? Вообще, наверное, лучше Бран, потому что фереш под него будет, да? Компаньон. И можно будет сделать триплет Брана? Yes, да. Ну, короче, такая вот история. Попробуем. Бран уже есть. Сейчас будет триплет Браном. Так, давайте еще раз. Для камбы нам нужен. Берем сначала укропу, потом кошачью жопу. 25 картошек, 17 мандавошек, ведро воды и хуй туды. Охапку дров и плов готов. Окей. Пока что еще много чего надо. Теории. А ну-ка. Так, ладно. Делаем такую историю, да? Делаем такую историю. Надо было блюзера, наверное, взять, да?
Надо было, наверное, блюзера взять на стол. Хотя, ладно, зато триплет есть дополнительный. Нечетное, 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 четное. Берем вот эту штуку и попробуем крутануть с ней что-нибудь. Ладно, пока что, наверное, не будем блюзера брать в моменте. Толстые эти пули. Ладно, до сих пор блок не пробили, это супер хорошо. Нужно боевые ключи делаем. Оп, оп, оп. Вот это нам пригодится. Вот это нам пригодится. Так, а чё у нас? Пират какой-нибудь есть, нет? Если был бы какой-нибудь пират, это было бы очень круто вот эту забафать, да? Ладно. Ракушка менталь. Окей, 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 окей. Ладно, пока что так играем. Посмотрим. Чё к чему. Блин, есть шансы проиграть. Это плохо, надо уже настраиваться как-то на игру. Как будто бы... Может, даже и левела. О, окей. У него не выпало дополнительного механизма оттуда. Это супер приятная для нас новость. Это значит то, что баблы не обновятся. Соответственно, можно играть. Глебьёмыч, привет. Норм тема с пятеркой матроса. Да, я видел такое. Видели такую историю. Видели. Давай. Назад сделаем. Не очень много боевых ключей, если честно, да? Пирата любого. Да ну, бредик, полнейший бредик, любого пирата. Ладно. Делаем так, и вот так вот делаем, это было гуд. Блин, можно было сюда сразу дать, ну ладно. Пойдет, замораживаем. И с этого как-то попытаемся раскухарачиться. Жмурика дали. Гуд. Так, теперь делаем такую историю. Теперь делаем по-любому вот так. Ну, не самая лучшая, конечно, история вот сюда вот лутать, да? Так, теперь делаем триплет. От этого мы получаем что-нибудь... ракушка менталя. Ну, должны, да? Ракушка менталя. Бам! Там это не надо, да? Ну... Окей. Еть! Сколько всего. Так. Но это useless история. Спасибо большое, аноним. Конечно, планируется прит. Делаем такую историю, делаем вот такую вот. Бля, Элиза, я же все специально продавал. Блин, вот специально все продавал, чтобы. Ну ладно. Ай, руина! Лёха, руина! Как можно было так заруинить? Ё-моё! Представляешь, да? Представляешь? Ужас какой. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот всё просчитал, кроме, блин, последнего. Почему я не заметил эту... Ужас. Ладно. Терпим. А триплетов-то не осталось больше. Ох. Один микро шанс
и оттягивание от аниме на 1000 шагов. Блин, одна микроошибка. Ладно, убрать из тильта. Еще можно сделать красиво. Убрать тильт из головы. Убрать тильт из головы, ребята. Вот как вы фокусируетесь, когда у вас тотальный тильт? Как вы справляетесь с этим? Как вы справляетесь? Как? Просто нету. Просто нету. О, есть. Найс. Так. Теперь что делаем? Сейчас мы раскрутимся. Вот это, кстати, уже не особо надо. Что-то типа такого, но без блюзера. Теперь мне нужно 3 дракончика сделать. 3 дракончика сделать. Золотой дракон Нага 5-й левел нужен. Золотой блюзер, золотая ракушка. Ну, без блюзера, блин. Короче, просто на... Короче, без блюзера тоже пойдет, да? Эта история. Как тебе это работает? И получается, она теперь... А, ну, типа того? Да. Типа того. Ну, не самые большие статы, но зато бесконечные. Понимал, да? Бесконечность не предел. Ну, как будто бы ультра мало, да? Как будто бы этого супер ультра мало. Вот не хватает блюзера, да? Ну, ходик пообузим, а там посмотрим. Макс, я не понял, о чем ты, хз. Давайте попробуем найти... Сейчас все получится. Только надо поторопиться чуть-чуть, да? Теперь делаем вот так вот. И закидываем его сюда вот. Повторяем. И вот теперь вот повторяем. Можно было взять черепаху сразу. Блин, жалко, клип стоит ужасно, да? Блин, а дайте мне выжить, пожалуйста. Если я выживу, я здесь бесконечные статы сделаю. Кайф. Получилось. Все, погнали. Ать, все получилось, ребята. Бесконечные статы пошли. Можно подождать, кстати, ракушка менталей, да? Покрутить сначала. Я еще Брана держу в руке, чтобы он лишний раз не прокручивался.
так вот. Ну неудобно, конечно. Конечно, неудобно. Конечно, неудобно. Конечно, конечно, Лёха, блин, неудобно. Конечно, конечно. Опа. От винта. Опа, опа, опа. Всем привет, ребята. Сегодня я делаю с вами бесконечные статы. Ребята, всем привет. Как бы добрый вечер. Как бы такая вот история. Если вы как бы сегодня с нами впервые, то как бы присоединяйтесь. Мы делаем супер-мега-дичь и никому об этом не рассказываем. Просто присоединяйтесь, и мы покажем вам золотую большую марапуху. Конечно, может быть, кому-то это не особо понравится, кого-то не особо это удивит, но это золотая огромная марапупа, которая создана для того, чтобы вас удивить. Если вам как бы это ничего страшного, то как бы аляулю, всем привет, я сегодня делаю бесконечные статы. Чуть-чуть бы побольше блюзов крутил бы. Это бесконечность, ребята, это бесконечность. Добро пожаловать в бесконечность. Это бесконечность, это бесконечность. Я оставляю даже, ну, на нее статы, потому что, ну, черепаху, потому что, ну, самая большая черепаха. Опа, два Лероя. Прикол, прикол, да? Прикол, прикол. Здорово, я тут на жмуре четвертый. Здорово, нормально. Нормально, получилось. Сделать. Только надо... на протяжении всего крутить блюзы чуть раньше и все такое. Ну, в теории, да, можно сюда блюз как-то запихнуть, но это была бы дополнительная карта, которая в итоге мешала бы при прокрутке. Хотя, может, если бы их было два, то не мешалось бы. Я, короче, не знаю. Это первый раз, когда я сделал эту камбуху. Так что строго не судите, я первый раз играю на этой камбухе. Строго не судите, просто похихикайте. Йоу! Чуть не заруинил. Чуть не заруинил, прикинь. Блюзы не продал. Аккуратно, Лёха, аккуратно. Аккуратно. Чуть не заруинил. Что-то необычное, да? Ну, мало, честно, мало статы, ну, как бы, дают, по 33 всего, да, но чем дольше ты это крутишь, тем больше это все делает, тем это все веселее. И если бы реально пирожок сказал правду, то, что был бы тут клиф, было бы немного повеселее. Ладно, давай, давай. Посидим. И бана еще поста. Ну не поставил еще одну карту, но окей. Ну ты пытался, я тебе могу сказать. Ты пытался, ты молодец, ты старался, но... увы. Да блюз мало дает. Че, 38-38 золотой получается... 8, ну, 76-76. Относительно супер-гига мало, но если бы я это делал правильно, если бы я это делал с самого начала и не тупил бы, то по-любому было бы выше сотки, и клиф на столе стоял бы и прокачивался бы, и... антибаблы, может быть, анти-лерои, какие-то такие истории были бы. Короче... возьмите на заметку эту стратегию. Крутая штука. Но если ты с самого начала все правильно делаешь, то можно делать просто... муа! Красота.